Это поликлиника в поселке Мирный в Казани, одна из тех, где вакцина, точнее ее первый компонент, уже практически закончилась. Сегодня на момент приезда нашей съемочной группы осталось всего 10 доз. Прививку сегодня делает 72-летняя Екатерина Решетникова. На вакцинацию пенсионерка записалась только вчера по телефону. Уже бояться устали. Так что, думаю, лучше сделать и спокойно ходить. Вакцинацию здесь, в поликлинике Адмедуниверситета, начали еще до Нового года, но массово сюда начали приходить в последние 2 недели. Прививают по 40 человек в день. В основном это медработники и пенсионеры. Вести ожидания. Более 100 человек хотят привиться. На следующей неделе будет поставка вакцины. Будем всех прививать. Отказывают в прививке при обострениях хронических заболеваний и тем, кто был в контакте с ковид-больными в последние 2 недели. Их направляют на ПЦР-тест. Прививка возможна только если он будет отрицательный. Мы наращиваем развертывание пунктов для вакцинации в Республике Татарстан. В настоящий момент уже 71. На сегодня в республике от коронавируса уже привились 9345 человек. Почти 2000 из них сделали и вторую дозу. В Минздраве напоминают, иммунитет формируется только спустя 2 недели после повторного укола, поэтому в период между первой и второй вакцинацией можно заразиться. Коронавирус никуда не ушел, и от того, что мы сделали первый этап вакцинации, это не значит, что у нас уже сегодня появилась защита, и мы можем себе позволить избегать масочного режима. В течение ближайшей недели поступит очередная партия вакцины. Напомним, записаться на вакцинирование можно через регистратуру местной поликлиники, через единый номер 122 и портал госуслуг. Юлия Гоголева, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.